Вот он мой главный интерес. Все, я внутри. Вот она, красотка. Это похоже на школу. Обойдя здание, я увидел какие-то странные агрегаты. После удачного залаза в метро в предыдущей серии, я взял немного пивка отметить и поехал в хостел. Утром меня разбудили звуки такой знакомой и чертовски приятной мелодии. Спустившись вниз, я обнаружил управляющего Владимира, играющего за фортепиано знаменитое произведение Эдуарда Артемьева из кинофильма «Раба любви». Сделав небольшую утреннюю зарядку, я собрал вещи и отправился в путь. Следующий пункт моего назначения был город Аштарак, недалеко от Еревана. Обдумав варианты маршрута и поняв, что автостопом туда добираться не слишком удобно, так как много развилок и поворотов, я решил доехать общественным транспортом, благо в большинстве своем он уже довольно современный. Яндекс.Карты работают в Армении куда лучше, чем Google, поэтому я без проблем построил маршрут и доехал до автовокзала, где я сел в «Газель», которая и домчала меня до Аштарака. Находится Институт физических наук, на территории которого есть интересные объекты. Институт заброшен не полностью, лишь частично, и по информации в интернете, несмотря на то, что охрана там есть, но вроде бы большой проблемой для того, чтобы посмотреть некоторые места, большой проблемы быть не должно. Посмотрим, как оно будет. В любом случае, вначале нужно будет провести разведку дроном, а потом уже все остальное. Я иду и по дороге сразу себе отмечаю какие-то заброшенные места, где можно потенциально заночевать. Уже как минимум 3 таких места есть, в принципе, довольно непалевные, что меня весьма радует. Но сейчас главная задача — дойти до главного объекта, посмотреть что да как, а потом уже можно будет думать и про обед, и про ужин, и про ночлег. Вот он мой главный интерес. Сейчас обойду территорию. Там дальше есть жилой поселок, который относится к этому институту. Там вроде есть заброшенная школа, дом культуры. Посмотрю. Там вроде есть такое неприметное место, что можно запустить дрон. Ну, а потом посмотрим по обстоятельствам. Это похоже на школу. Посмотрю, обойду. Может, есть где-то вход. А сзади я только что видел, кажется, дом культуры. Сейчас посмотрим. И тут же рядом жилой дом. Да, по-моему,
попасть сюда не вариант. Сейчас еще туда пройдусь, гляну. Не найдя возможности попасть в школу, я направился к Дому культуры. Старый почтовый ящик. Вот это, я понимаю, артефакт прошлого. Рядом с ДК находится еще одно здание, внешне очень напоминающее детский сад. К сожалению, когда я перелазил через забор, я частично выдернул штекер микрофона и в некоторых кадрах звук не записался, поэтому я озвучу происходящее за кадром. Обойдя здание, я увидел какие-то странные агрегаты. Внутри же я увидел множество каких-то станков. В довольно хорошем состоянии. Что это за станки и для чего предназначались, просьба написать в комментариях, если вы узнали их.
другой части также оказалось сложено оборудование и строительные материалы. А тут обратите внимание на сложенную арматуру на полу. Попасть внутрь в целом можно было при желании, но, честно сказать, я не хотел шуметь, так как было видно, что здесь складывают что-то местные, а жилой дом был в 20 метрах от этого здания. Лишнее внимание мне было ни к чему. Судя по мангалу, местные частенько здесь обитают. А здесь обратите внимание на капусту и яблоки в ящике. На полноценный обед времени пока что нет, но я взял с собой чурчхеллу как раз на тот случай, когда нужно немножко перекусить, потому что остальное все надо готовить. У меня там вермишель, тушенка, такое. А пока что, чтобы походить, надо немножко подкрепиться, запить водичкой и идти на съемки. Рюкзак сейчас спрячу здесь и дальше пойду налегке. Я забыл купить кое-что очень важное, маленькую бутылочку 0,5. Чтобы вот на такие случаи, когда я оставляю рюкзак и иду налегке, чтобы с собой была вода, потому что вот такую тащить неудобно, а без воды плохо. Сейчас придется без воды идти. Осмотрев здание в поселке, я поднял дрон и отправил его на разведку. И пока он разведывает территорию, расскажу вам немного про сам объект. Это институт физики, а это его специальное конструкторское бюро. Основанный институт был в 1968 году. В сферу задач входили изучение СВЧ радиофизики и разработка опытных приборов для советской авиации. Некоторые из разработанных здесь приборов пошли в серийное производство и успешно применялись на самолетах МиГ и Су. После развала Союза объект стал акционерным обществом, сменил несколько названий, побывал в частных руках, пока наконец не вернулся в собственность Министерства обороны Республики Армения. На территории института находятся три лабораторных здания, административный и производственный корпуса, а также исследовательское поле с антеннами, куда я и направляюсь. По информации в интернете, на данный момент институт ведет активную исследовательскую работу и сотрудничает с международными институтами. Все, я внутри. Вот она, красотка. Пойдем поближе, посмотрим, что там внутри. Внутри центра управления, к сожалению, оказалась полнейшая разруха, несмотря на то, что сами антенны неплохо сохранились. Я решил подняться повыше, но на саму тарелку лезть не решился. Кусочек оригинального звука остался, так что сами послушайте. Потому что я здесь осматриваюсь со всех сторон, а людей в округе много.
правда. Заброшенная это заброшенная, но иди знай, что у нее в голове. Второй пункт управления выглядит так же, но пару хороших фото мне сделать все же удалось. Вернувшись, я стал думать, стоит ли мне оставаться здесь, ведь на часах было всего лишь 2:30, или ехать дальше, чтобы не тратить время. Решил, друзья, все-таки ехать дальше. Сейчас по пути еще зайду в ту заброшенный какой-то склад или что-то такое. Он очень атмосферно выглядел. Буду ехать. Вначале думал попробовать все-таки автостопом уже впервые в жизни. Но потом посмотрел по карте, что там вот такие вот, короче, ну, развилки, то есть нету прямой дороги в то село, которое мне нужно, но зато есть маршрутка, есть автобус, который с автостанции Аштарака идут прямо в это село, но от этого села там уже 3-4 километра до объекта РОД 54. Вот, когда я туда доеду, не знаю, но скорее всего снимать уже саму тарелку, сам объект буду уже завтра. Надо будет где-то там искать место для ночлега. На обратном пути вдалеке я увидел остов самолета. Видимо, популярное инстаграмное место. Заброшенный объект, на который я хотел зайти на обратном пути, оказался весьма обитаем. На видео не видно, но там был бусик и несколько человек что-то делали. Удивившись количеству мусора в подземном переходе, я направился обратно к автовокзалу. Вместо стандартного и многим надоевшего текста про лайки, который я говорил в этот момент, напомню, что вы можете поддержать канал подпиской на мой частный телеграм-канал за 3 евро в месяц. Оплата идет через официального бота Telegram, это абсолютно безопасно, и картами МИР рассчитываться также можно. Взамен вы получите различные бонусы, подробнее в описании. Ну, а теперь можно напомнить про лайки, комментарии и поблагодарить всех, кто досмотрел до конца. Смотрите, что будет в следующей серии. Там сидел чувак на КПП, я не знаю, видел он меня или нет. В чем мне место для ночлега, а? Вот она, святая всех святых. Сюда, сука. Сука, туда еще одна тачка приехала. Блять. Держат меня в ловушке, не дают уйти. Вот он, красавчик. Вот он, красава, бляха-муха. Какой он огромный, ребята. На видео он реально меньше кажется. Он просто огромный.